Ксина. Но до чего же она красива. Легка в уходе и сравнительно легко размножается. Для того, чтобы размножить гилксину или солиролию, я использую вот такой метод. Видите? Посмотрите, я подкладываю под плети горшочек, и постепенно происходит укоренение. А потом я просто возьму и уберу отсюда этот горшочек. И будет новое растение. Точно так же я поступила и вот здесь. Видите, тут уже образовались корешочки, и растение будет новое. И покажу еще одну красавицу. Вот эта красавица, солиролия или гилксина, выросла таким же способом. Подставила кашпо, и произошло укоренение. А если я обрываю и придавливаю в грунт, не всегда получается хороший результат. Сейчас покажу и тот результат. Месяца три назад я поставила на укоренение это растение, гилксину, и смотрю, что не очень хорошо приживается. Поэтому самый безболезненный способ – это отводками. Понравилась информация – делитесь ею, делайте, как я, делайте по-другому. И, конечно, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал по комнатным растениям. У меня уже здесь джунгли, честное слово.